от себя просто мне очень волнует. Я, если честно, да, вот недавно я узнал, что у нас в стране от абортов гибнут около, это неофициально еще, 4 миллиона детей, да, ну, людей, я бы сказал, понимаете. Вот, вот как бы решить этот вопрос, ну, жалко детей. Очень многие не понимают, что это дети, когда гибнут, и мне это очень больно на душе. Понимаете, вот бы вот как-то вот решить как-то вот какой-то закон, может быть, я не знаю, чтобы этого не было. Вот я не знаю, запрет можно ли, но в этом смысле я очень переживаю, что люди гибнут. Сейчас рождаемость, говорим, там вот, а на самом деле рождаемость это очень хорошо, я приветствую. А когда 4 миллиона, а неофициально еще больше, миллиона, понимаете, в год, это же страшно. Вот, и мне вот это очень больно на душе, чтобы этого не было. Вот я бы с ним поговорил бы на этой теме.